ты главное, вот муки, ага, чуть-чуть. Еще муки? Муки, ага, муки. И размешай так, чтобы вот не было комочков, знаешь, тогда они будут хорошие такие. Ой, вон и Ирюш. Доброе утро. Доброе утро. Да, слушай, тетя Кать, может вам над Меланией взять шефство, опекунство? Да что, не свои родители есть. Да какие это родители? Девка непонятно где ночует. Я звонила, ведь мать сказала, что я у тебя ночую. Она успокоилась. Ну, я же говорю, говно родители. Слышь? Илья, ну нельзя так говорить. Просто бывают такие дети, понимаешь, что трудные. Ну, вот... Это вы на меня, что ли, намекаете? Ну, кстати говоря, и ты в том же числе. А, понятно. Давай, Мелань, ты еще маленечко муки. Муки. Я пошел. Куда? Куда? Как куда? В школу, куда? А что я здесь распинаюсь, оладушки себе готовлю? Что? Давай. Сама ешь свою отраву. Очень интересно, отраву. Почему отраву? Ты, Илья, вот ты как скажешь каждый раз вот отраву. Не расстраивайся, все нормально. Мам, короче, знаешь, я прочитала вчера в интернете, там написано, что готовить, короче, никому ничего не должен. Да? Угу. Интересно. Мам, не расстраивайся. Ну, что дальше? Ну, что дальше, я с тобой не уйду от тебя к молодой жене. Хорошо. Мам, помнишь, ты мне в детстве рыбку показывала? Рыбку? Угу. Ну, так, говорит, помнишь, что... Короче, просто мне кажется, что когда мы пришли туда, что они как-то, ну, не рады были, что меня видеть. Ну, может быть, я же, конечно, ошибаюсь, я не знаю. Ну, тебе кто-то что-то сказал? Да нет, никто ничего не говорил. Просто я себя чувствовала не в своей тарелке. Понимаешь, какие-то взгляды такие странные. Вроде очень мило, а кажется, что я как-то лишняя, понимаешь? И мне так обидно стало. Я не хотела тебе говорить, но... Ну, я все понимаю, но, может, потому что ты первый раз всего лишь... Первый раз, конечно, так неуютно будешь чувствовать. Новый круг. Разводишь, да? Новый круг. Она тебе не даст на свадьбу. Короче, может, мне кажется, я не знаю. Ну, ты не говори глупо. А он что-нибудь говорил потом тебе? Да ничего мы не говорим. Слышь, Казаят, если ты не целка, он тебя зарежет, как овцу. Что ты хочешь, а? Заткнись, понял? Больше к нам не лезь, ты достал уже нас. Ты дожи свои сопли, потом разговаривай с людьми, поняла? Ты заткнись, как с ней разговариваешь? Слышь, Серпонос, заткнись. Сюда. Пойдем отсюда. Заткнись. Пойдем отсюда. Куда пойдем? Пойдем выйдем. Чего? Пойдем выйдем. Пойдем отсюда. Тимур. Давай, иди сюда. Да, иди. Иди сюда. Тимур, вы что делаете? Отпусти его! Ну-ка разошлись! Малышня, ну-ка хорош, все! Успокоились, тварь! Успокоились! А чего? Да успокоен! Все, спокойно! Спокоен! Давай, разошлись! Пойдем! Пойдем! Слышь! Че? Хорошо у тебя! Спокойно! Носова, привет! Носова, дверь за собой надо закрывать. Раздай, пожалуйста. А вот эти, вот эти. Носова! Носова, постреляй хоть нас, это так скучно, у меня депрессия. Да, обычно. Нос, патроны кончились. Да, неправильно. Вадя, что Носова со мной не разговаривает? Говори с ней. Нос, все, встаем? Почему у меня два? Потому что Носова заносчивая. Зачем? Начало урока, Костя. Садись. Кого у нас нет сегодня? Кроме Шишковой. Горяева. Горяева. Внимание, тетрадка. Это Трифонов. Это Трифонов. Так, Исаев, ты в курсе, что у тебя два выходит в полугодии? Два? Так что давай, открывай учебник, я тебя в конце урока спрошу. Итак, скажите, тишина. Ребята, я жду. Ну что, мне с вами по-другому разговаривать? Оль, сядь, пожалуйста. Пожалуйста. После всего того, что с нами, между нами было. А что между нами было? Вы меня ни с кем не путаетесь, Дашулей, например. Итак,
Не хами, Оль, пожалуйста. Не хамлю, Наталья Николаевна. У вас завтра место физкультуры, параграф 39, 779 задача сейчас решает Фальков. У вас завтра вместо физкультуры будет физика. Вы решили, кто у вас будет вести? А что решать? Давайте, давайте вы назначите и все. Я! Саев и буду. Я хочу и Саева. Это очень прикольно. Тишина, тишина. Ты вообще молчи, дебилка. Оля, Оля. Слышь, ветки свои. Ты ешь там свои. Только можешь Саша будет, пожалуйста? Рот закрой. Так, тихо, девочки. Оль, сядь на место. Можно ты, я? Ну, я ценю твой энтузиазм, но надо будет отвечать завтра что-то. Я отвечу. Весь урок, ты понимаешь? Да. Да? Я готова вещать. Не знаю, все. Ваше дело, давайте голосовать, но я предлагаю Дашу Харитонову. Давайте Пифанова, у него вот так вот. Давайте проголосуем, кто за кого. Я за Будилову, я за физичек таких вот, ну вы знаете. Ну да. Чтобы сила притяжения работала, я понимаю. Давайте, конечно, Даша же ваша подружка. Куда? Оля, не хами, я еще раз. Даша, ты сама хочешь? Конечно, хочу. Это после того, как вы с ней на распродажу сходили, вы решили. Оль, сядь на место, пожалуйста. Ань, ты за кого? Мне наплевать. Носова. Мне пофигу. Пофигу, понятно. Носова. Шлю тебе воздушный поцелуй. Все, тогда в общем решили. Даша Харитонова, правильно? А какая Харитонова? Харри меня уже бесит, курить на улице убегать. Да ладно, что ты паришься? Дыши кислородом, дыхай глубже. О, Ирка твоя идет. Привет, Ирунь. Че, не хочешь меня больше, да? Ир, ну иди сюда, мы тебя сейчас поцелуем, Ир. Деньги. Бабы вошли. Все встали в круг и достаем руками ладонями можно до пола. Взять? Нет, мячик нельзя брать. Давайте я быстренько достану. Нет, нет, никакого возьму. Мячика не будет. Доставай. Вера. Вот, хватит. Так, просто, Вера, давай наклоняйся. Так, хорошо. Так, мяч убрали, я сказала, Епифан. Давай, Будилова. Не могу, у меня спина болит. Давай, Будилова, я услышала эту песенку. Давай, наклоняйся. Спина у меня болит. Будилова, у тебя два выходят за полугодие. Давайте я за нее сделаю. Давайте. Хорошо, Будилова два. За молодец, что? Исаев. Подождите, за что два? Да за потому что ты никогда болит. Ничего не делаешь. Если даже приходишь на занятия, ты все равно ничего не делаешь. Что ты так мяч я сказала, отдай сюда. Я уже делала. Так. И что, уйти тогда можешь? Шишов, почему ты опаздываешь? Шишова. Извините. Шишута. Не уйти? Тебе нет. Занимайся. Шишкова, наклоняйся. Ваня. Так, я кому сказала? Епифанов положил мяч. А что? А я уже наклоняюсь. Через плечо. Не горячо. Шишков, что там вообще происходит? А дай я тебя наклоню. Ты никогда не была в такой плохой форме. А можно я? Ну, ты я просто танцами теперь не занимаюсь. Что ты сидишь? Я знаю, что с ногой была проблема. Но я не знаю, надо как-то свою форму восстанавливать. А смотрите, Соня дотягивается. Наклоняйся, наклоняйся. Смотрите, Соня дотягивается. Соня вообще не дотягивается. Дотягивается. Молодец, Горяев. Пять Горяев. Игорь, ну что, тебе так противно меня видеть? Ну хорошо, ключ у тебя есть? Ну, заходи. Нет, мне тебя всегда приятно видеть. Это же ты так хочешь. Игорь, а какой у меня должен быть голос? Счастливый, что ли? Ничего. Эй, доброе утро. Слушайте, я не понимаю вообще, как можно вот так свои личные вот отношения выяснять вот прямо в коридоре школы. Ты про кого? Ну, про Орлову. Мне прям ее на самом деле жалко. Но это, видимо, Николаевна. Уже совсем все очень серьезно. Ой, она в последнее время ходит как во сне. Сегодня даже представляете, не поздоровалась сегодня даже. О чем человек думает? Ну, видимо, как-то все у них плохо очень. Мешала вашему разговору? Не-не. Наталья Николаевна, вы бы окно открыли, у вас тут перегаром так пахнет. Я простужена, ой, и я вот хотела, я кстати, не могу открыть окно. Если вам нужна какая-то помощь, Наталья Николаевна, я очень хочу вам помочь. Помогите себе сами, ладно, Елена Григорьевна? Елена Николаевна, ой, господи, Елена Григорьевна, вы пересядьте, а то, знаете, сейчас вся зараза оттаяла. И вообще, пух, на самом деле, простужена, Светлана Викторовна, я не просто так это сказала. Пойдем, и вообще, на самом деле, я хочу... Ночь. Весна, она ее называется. Весна. Весна.
что там случилось? Да что там случилось? Очередное ЧП случилось. Господи, засорили все. Прокладки свои выбрасывают. Здесь? Он, смотрите, все поднялось, вода поднялась. Ну, безобразие какое. Я уже 3 раза сантехника вызывала. Ну, что такое? Ну, что за дела? Маш, ну скажи завхозу, пускай другого сантехника вызовет, этот не может справиться. Ну почему ты меня так... Без вашей команды. Хорошо, я дам команду завхозу. Ничего не сделается, никак не получится. Жень, что ты здесь делаешь? Крашусь. Красишь? Вот посмотри на себя в зеркало. Тебе нравится такая помада? Ну это же модно. Модно? Вот скажи маме, пускай она купит тебе розовую, а лучше всего бесцветную. А это сейчас же сотри. Понятно? Угу. Договорились? Все. И чтобы больше тебя я здесь не видела. Договорились? Когда ты красишься, ладно? Все. И на меня похоже. Смотри. Подожди, мне надо. Валь. Оль. Да? Мне кажется, ты скоро сойдешь с ума. Удилова. Верни деньги, пожалуйста. Какие? Что за срань, а? Которые я тебе давал в долг. Ты же меня угостил. Горяй. В смысле? Да помолчи. Смотри. Да, хайгитлер. Я тебя не угощал, Оль. Ну, здрасте, мы с тобой договорились. В смысле? Не, мы не договаривались. Что-то кто-то другой тебя угостил. Хорошо. А что хорошо? Мне просто сейчас надо. Слышь, ты жид без мозга. Я тебе сказала, я тебе верну. Что ты обзываешься? Я тебе денег одолжил, а ты меня еще и кроешь. Все, свали, пожалуйста. А? Свали, я тебе сказала, я тебе отдам. Мне просто сейчас надо. Перезайми у кого-нибудь, я не знаю. Где я тебя сейчас? Высру, что ли? Бред. Офигеть вообще. Смотри, будет. Проходи, девочка. Проходи. Че, ее кормить, что ли, должен теперь? Красивая, ничего не должен вообще. Ой, спасибо, что ты вчера пришла к нам. Ты просто так к нам приходи, ладно? Хорошо. А то Тимуша, правда, стесняется. Он тебе говорит, что в одной комнате, как тухумом, с колхозом одним, да? А тебе каждому отдельную квартиру не будешь снимать, да? Приходи. Хорошо, спасибо. Можно? Морковка? Спасибо. Угу. Вилки, 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 вилки. Тебе взять, да? Да. А дай за меня Горяев. Пойдем туда, сядем. Ага. Ага. Горяев, тебе Вадя за меня отдаст. Чего? Что ты чешешь? Географическое положение, природные особенности и население восточноевропейской равнины. Записали? Кстати, работы объемом менее 2 страниц я не принимаю. А почему опаздываем, Епифанов? Просто так. А Гитлер? Что ты сказал? Я вас поприветствовал. Ну что ж, тогда к директору. Встал, встал, встал. К директору. Фашистов нам еще в школе не хватало. Кроме вас, Исаева? Чего? Вадим. Не фашист, а патриот, понял? Вадим, пошли вместе с нами. Куда? К директору, свидетелем. Я что, стукаете, что ли? Между прочим, он тебя тоже оскорбил. Да меня никто не оскорблял. Бред какой. Ну хорошо, значит, пойдем вдвоем. Он вовец хочет. Я от кого угодно это могла ожидать. От Исаева, еще от кого-то, но только не от тебя. Алексей Семенович, может быть, вы просто не так поняли это все. То есть как не так поняли? Я же вам подробно объяснил, что произошло. Я понимаю. Слушай, Пифанов, ты чего, у нас фашист, что ли? Ты что имеешь против других национальностей? Ничего, абсолютно. Я всех люблю, я пацифист. Я евреев люблю, негров. Но ты не умничай, а? Ну не умничай сейчас. Просто здесь. На уроке у нас такая обстановка очень располагающая. Вот я тебя прошу больше на уроке не шутить так. Алексей Семенович, я это расценю просто как шутку. И все? Да. Ну а что вы? То есть никакие меры вы применять не будете? Но какие меры? Конечно, пошутил Валентин Харитонов. Это шутка. Я понял, шутка. Он любит евреев, любит немцев, татар, а русских он не любит. А я, между прочим, русский. Хорошо, ладно, ладно. Я тоже русский. При чем здесь это вообще? Слушай, Епифанов, ты знаешь что?
Ты скажи своей тете, пускай срочно документы на тебя оформляет. Потому что ты что, вообще хочешь попасть в детский дом? Это мы все знаем, что ты у нас, да, такой скажем. Самостоятельный. Но ты пока у нас несовершеннолетний, понятно? Я тебя очень прошу, так больше не шути. А то ты все снимаешь. Ух, ты можешь просто вот это не в камеру. А, вот свои, ну давай я, короче, туда куда-нибудь полезу, а ты заснимешь. Давай. А то все манеешь, как-то бредово, я не знаю. Только ты смотри, не пропусти, а только... Дятлов, слышь, хватит снимать. О, я что, тебя, что ли, снимаю? Ты что, глухой? Я тебе последний чё, раз говорю, хватит снимать! Да сними ты! Я тебя не снимаю, все. Сними, а то сейчас это... Да не, вовец, да чё, в другой раз. Ну, посмотри хотя бы, как я туда залезу. Я же без каскадера все делал. Давай в другой раз. Хорошо? Чего другой? Да давай сейчас, что ты гонишь? Посмотри! Эй! Ань! Что там делаешь? Стой, Носова! Илюх, это, слушай, ты не видел у нас его? Не. Нет? Ты зачем? Да надо. Ты придешь сегодня ко мне? Приходи, ладно? Да. Кстати, за нами сейчас колючка мне звонила. Должны прийти они сюда, в школу. Блин, что за бред? Да не знаю. Без понятия. Слушай, а где твоя камера? Так ее у нас забрала, прикинь. Там все кассеты. Я откуда знаю, если бы я знал. Я, короче, ее найду. Ты меня подождешь, да? Я поищу. Хорошо. Вань, чуваки, Носова не видели? Не-не. Послушай, видишь, мы разговариваем. О, Ань, иди сюда. Отдай камеру. Я не знала тебе, что грязные тёлки нравятся. Думала, тебе красивые нравятся. Какая тебе разница, мне нравится? Кассет. Я даже не думала, что ты такой, камеру, понял? Отдай. Да нет твоей камеры, нет твоих кассет! Не злишь, может? Нет. Точно? Поцелуй меня. Отсюда. Ты чё, Ань? Пошли отсюда, я сказала! Валите вообще, чтобы все тебя не видела! Поэтому вали отсюда, сказала! Ань, тебе лечиться надо, Ань! Да пошла ты! На самом деле, ну, ничего как бы трудного нет. Ребят, я с вами. А я не домой. Ну, я просто с вами выйду и все. Вот ты выучи, наконец, текст. Да нет, я выучу. Но просто, я не знаю, и сам не понимаю, в чем проблема. Вот, допустим, три первые еще как-то укладываются в голове, а последнее, ну, которое рифмуется, оно, как это сказать, типа хитро... Что за бред? Хитро вымышленное. Ну, как его назвать? Все, спасибо, пока. Спасикой. Слушай, я же хотел за пивом в палатку. Пойдем со мной? Нет, Тим, давай ты не пойдешь за пивом. Почему? Ну, воняет. Пойдем ко мне в гости. В гости? Да. Пойдем. Пойдем? С пивом? Без. Че делать будем? Ну, не знаю, там пообедаем.
Он какой-то мутный. Слышишь? А? Мутный какой-то, географ. Он, короче, все время, прикинь, короче, говорит, типа, пойдем, ну, типа, настучим. Ну, чтоб, типа, я настучал, там, типа, на одного, там, нас, одноклассника, ну, слышишь? Тогда он, короче, ну, так-то нормально, мужик, говорит, сила. Мне надо просто сходить, проверить. Как ты такая придешь? А что, при оценке твои? Куда? Подожди, нас же ждут. Пацаны, пойдем. Пошли. Пойдем, красавица. А что там? А? Что за... Там пацаны же ждут. Так мало-то, у нас всех не хватит. Я вообще-то не ликер, водочный завод, и вообще у меня бабла нет. Да ладно, не переживай, сейчас кто-нибудь сходится из нас. Блин, жесть, у меня дома вообще такие проблемы с предками. Чего у тебя случилось-то? Ну, у нас, типа, короче, батя хочет квартиру отсудить, а мать ведется. Ну, спасибо. Да ладно, не переживай. Придешь к нам, переедешь после 9 класса, подашь документы. Все будет замечательно. Хорошая перспектива. Не, блин, просто наведет себя как курица вообще. Любовь — это бред. Где да, значит нет. И честный снос, целуй мой пистолет. И если я смогу, то не усну. Я дядя, посмотри. В огне мне безумно кадр жизни. Дура. Льется смерть в открытый рот. Если повезет, один из нас смел.